привет. Сегодня, короче, мне захотелось проехать вторую часть маршрута, когда мы ездили последний раз с квадроциклами. Я на половине сошел из-за того, что сцепление было у меня. Проблемы со сцеплением, в общем. Вот. Я сейчас планирую доехать. Сейчас планирую доехать до Воложина. Там получился у нас как бы полмаршрута, и потом уже обратно на Заславлен пошел. И все говорили, что там прям самый экшен начинался именно с половины маршрута, потому что до этого были просто грунтовки. Я планирую поехать примерно по нему. Понятно, что там прям в болото, в броды я лезть не буду, потому что я один еду. Так риска как бы достаточно. Все из-за чего, что я просто насмотрелся видосов Ильи Бондарева, который путешествует на поездах по России, там по Мексике. И что-то мне в последнее время не хватает этого экшена, приключений, духа приключений. И поэтому я решил, пора ехать. Был второй вариант маршрута, это по другой стороне Вилии. Вот не по нашей, а по другой. То есть там нужно было выезжать аж в самих Сморгонях выезжать, и потом обратно возвращаться. Вот, но я уже катал, и это как бы менее приоритетный. И в дальнейшем, я думаю, записывать более такие разговорные видео в таком духе приключений, что ли. Если кому-то будет интересно, возможно, больше информативности какой-то, то я думаю, какой-то части аудитории это зайдет. И в дальнейшем, возможно, я буду просто несколько вариантов маршрута сбрасывать. И либо, может, вы мне будете какие-то интересные сбрасывать, которые вот недалеко от меня, где я могу, в принципе, своим ходом поехать. Потому что с прицепом непонятно, ты приезжаешь в одну точку, загружаешь моцик, и тебе нужно как бы опять вернуться в эту точку, не совсем удобно. Вот. На выходных мне не получилось покататься, поэтому я решил, что нужно покататься в понедельник. Солнечный, отличный день. Вспомним времена, когда у меня был Минск X250, когда я много везде катал. И было реально клевое, офигенское лето, которое навсегда запомнилось. Вот. Уже таких как бы пока что нету. Сейчас как-то больше дела. Что не есть, наверное, правильно, но все-таки иногда нужно себе устраивать праздник. Даже если это понедельник. Так что смотрите, что будет дальше. Буду стараться разговаривать, описывать, что там получается, не получается, какие риски. Погнали! Памятником, поэтому мы заселфимся, поедем дальше. Постоянно еду, и когда начинает немножко зад носить, кажется, что колесо пробитое. Страшный сон эндуриста. Проверить на всякий пожарный. Нет, нормально. Мы сейчас на Мановщине переехали Вильнюсскую трассу до точки начала маршрута. 30 километров осталось. Навигатор повел нас через такие уже дорожки интересные. Такие куры, собаки нормальные вроде были бы до этого момента, а вот куры тупые, они же постоянно под колесами. Я так был одну курицу то ли машиной, то ли моциком как-то придушил. Вот мы и переезжаем М6. Сейчас будем на другой стороне, и нам еще остается 22 километра. Thank you.
какой-то веломаршрут есть. Веломаршрут Bike for SDGS, Bike Road. От Белокорца начинается, заканчивается, наоборот, в Першаях начинается, заканчивается в Белокорце, 14 километров. Синяя ветка и красная, 21 километр. Вот можно скачать и прокатиться. Кстати, вот на велике прикольно было бы проехать этот веломаршрут. Попробовать. Мне сейчас надо будет направо, в сторону, короче, туда, а туда и венец. Прикольно, меломаршрут. Минприроды, полноправные люди, устойчивые страны. Какой красивый лес, дай бог там закатите. Наверное, грибов много, а может и нет. Я-то особо не грибник. Все, я доехал до места старта. 66,6 километра получилось. Вот. Сейчас наша задача попробовать ехать по долили немножко, может, литра 3 бензина сожрала. Короче, еще столько же, столько мы проехали, только мы ехали по асфальту, а сейчас нам надо ехать будет по треку. Смотрим. Сейчас до венца доехать. На и венец, мне почему-то так кажется. Сорок пять километров нам осталось. Заезжать нам или не заезжать нам? А вот и брод. Красиво, да? Высокий берег. Здесь бы на мотике пробовать, только потом один его хрен вытянешь.
Вообще клевое место. И никого нет. Только один мотик. Природа. И ты. Мне где-то еще 30 километров до Заславля. Вот. Пойду посмотрю, какая там водичка. Сфоткаю мотик. Понаслаждаюсь моментом. Сейчас еще одна должна быть красота. По идее, если я не ошибаюсь. Да. Дождя вымыло такую большую яму. Приходилось балансировать, чтобы не влететь туда. Постепенно, постепенно заезжая в какие-то джунгли, я уже стал надеяться, что все, закончились. Сейчас по асфальтику до Заславья и все. А тут не тут-то было.